Всем огромный привет моим подписчикам, гостям моего канала. Мы сегодня ездили в магазин Ашан и маленько закупили продуктов. Из такого крупного купили наполнитель для туалетов домашних животных. Здесь 5 литров. Наш котик с удовольствием ходит в туалет с этим наполнителем. 55 рублей от марки каждый день. Также купили орешков, фундук по 60 рублей, такие две пачки по 50 грамм. Кэшью взяли, тоже 50 грамм, они по 70 рублей, каждая пачечка. И также взяли миндаль, обжаренный по 43 рубля, здесь 50 грамм. Пачки. И взяли на развес тоже миндаль. Он стоил у нас за килограмм 844 рубля. Здесь у нас 212 грамм на 179 рублей. Вот такой вот миндаль. Также я пополнила запас своих контейнеров. Как-то давненько я брала вот такой вот контейнер. Он сейчас стоит 43 рубля. Я брала его еще за 49 рублей. Он на 2 литра. Контейнер для СВЧ-печи. Может быть, вы в моих видео видели рецептов. Я салатики в нем делаю. Очень удобно. Закрыл, убрал в холодильник. И все. Такой вот удобный очень контейнер. 43 рубля стоил. Очень даже классный. А вот этот контейнер, который я взяла за 49 рублей, уже так давно уже взяла. Хорошо он служит, хорошо закрывается. Мне нравится. Так, далее. Также купила фольгу по 31 рублю. Здесь 10 метров. У меня закончилась вот этой марки каждый день фольга. И приобрела еще. Также взяла пищевую пленку, тоже она у меня закончилась. Она стоила 18 рублей, здесь 20 метров. Тоже закончилась, приобрела. Так, ну начнем с продуктов. Хлебцы вот такие вот, от марки ОГО. С луком, не знаю, почувствуется там лук или нет. По 16 рублей. Также взяла вот такие вот отруби хрустящие, пшеничные. Diet Market. 100% полезно для здоровья, вкусно. 50 рублей. Здесь 200 грамм. Такие вот отруби. Беру в первый раз. Вообще никогда не пробовала их. Вот взяла с кефирчиком, так их залить, похрумкать. Также взяла вот такую вот гречку. Алтайская сказка. Эта марка очень хорошая. Здесь 800 грамм. Была акция на эту гречку 24 рубля. Так, и еще хлебцы от марки каждый день по 10 рублей. Взяла вот такие вот ржаные. 75 грамм. Взяла побольше, потому что у меня Леша перестал есть хлеб. Ест мои хлебцы. И взяла побольше. Так, ну, конечно, доширак вот такой вот на всякий случай взяла по 13 рублей. Он, кстати, вкусный, чем Big Lunch, там, ролл, там, вкуснее. Мне понравился. Также взяла вот такую вот овсянку по 25 рублей. Агромастер, тоже был на нее акция, я не знала вообще сколько он стоит, но по акции 25 рублей, здесь 800 грамм, только отборная крупа, и нужно варить 20 минут эту овсянку. Так, способ приготовления. Воду довести до кипения, всыпать хлопья, варить до загустения, непрерывно помешивая, влить горячее молоко, довести до кипения, убавить огонь и варить еще 5-7 минут. Ну, все, наверное, знают, как варить овсянку. Так, еще вот такие вот хлопья. Виктория, хлебцы вафельные. 25 рублей. Без сахара, без дрожжей. Овсяные.
такие вот. Еще взяла хлебцы. Я, кстати, брала в магните, но они дороже были, вкусненькие такие. Так. Из такого кулинарного кондитерского взяла вот такой вот разрыхлитель теста по 4 рубля. Мак по 28 рублей. Здесь 50 грамм. В магните доходила цена до 100 рублей. И сейчас 78, по-моему, рублей, что ли, мак. Так что в Ашане дешевле. Ванилин. Ванильный сахар от марки «Каждый день» 10 грамм. 4 рубля. Корица молотая. 7 рублей. 10 грамм здесь. И лимонная кислота 20 рублей. Ну, она такая пачка прям заполненная. 80 грамм. Так, сливочное масло «Веселый молочник» 72,5%. Так, 85 рублей масло такое. Так, ну, туалетная бумага мне попадается такая вот по 4 рубля. Туалетная бумага с набережной Оби. Так, где у нас туалетную бумагу производят? Наверное, в набережных Челнах. Я так думаю. Ну, в общем, не суть. Так, дальше понабрали мы батончиков. Так, батончик мюсли с черносливом 19 рублей. Взяли по чуть-чуть попробовать, что понравится. Может быть, будем дальше продолжать. Мюсли вот такие вот, батончик, лесная ягода без сахара. 22 рубля. Так, и вот такие вот батончики. Один с облепихой 34 рубля. Другой с клюквой и малиной тоже 34 рубля. И этот тоже с клюквой и малиной. Так, в Ашане самые дешевые яйца. У кого есть Ашан, езжайте за яйцами туда. Яйца по 48 рублей. Категория тут, конечно, первая. Так, 10, десяток яиц. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот яйца, в принципе, нормальные. 48 рублей. Вот самая такая бюджетная цена. Также на Пемолюкс была акция по 39 рублей. Именно на аромат лимон. А на другие была цена... Так, 45 или 55, я вот не помню. Так что вот взяла по акции две баночки. Также взяла себе бальзам для волос. Шампунь у меня есть. Взяла от этой же марки Vela бальзам. Вот такой вот, 184 рубля. Здесь 500 миллилитров. Классный шампунь от этой марки. И также классный бальзам. Могу вам рекомендовать. Объем надолго. Хороший шампунь и бальзам. Еще раз скажу вам. Так, также взяла сыр. Сливочный вот такой вот сыробогатов по 74 рубля. Я его беру уже не в первый раз. Мне нравится супчик так приготовить с ним. Очень даже хороший. Прям такой, знаете, насыщенный сливочный вкус. Так, далее. Леша взял себе финики сушеные. Финики у нас за килограмм 102 рубля. Здесь на 318 грамм 32 рубля. Такие вот финики. Ну ничего, они мягкие, нормальные. Так, взяла я два бананчика. Что-то бананы мы стали не очень хорошо прям так кушать. Банан у нас по 59 рублей. Здесь 296 грамм на 17 рублей. Два бананчика. Так, взяла я еще сушеные бананы. Сушеные бананы у нас по 278 рублей. 200 грамм на 55 рублей. Вот такие вот конфетки к чаю. И взяла в первый раз морской коктейль. Ассорти из морепродуктов. За килограмм 374 грамма. Здесь 758 грамм на 283 рубля. В общем, вот такой вот морской коктейль. Взяла, что-нибудь приготовлю. Так, из молочки мы взяли только сметанку и молоко. Сметана у нас по 44 рубля, домик в деревне, 10%.
Здесь 300 грамм. Вот этой вот баночки. И также молоко было по акции 54 рубля. В этот раз взяли вот такое вот молоко любимое. 2,5% жирности. Так, взяла еще два огурчика. Огурцы у нас по 98 рублей. Здесь на 234 грамма, на 29 рублей. Вот такие вот два огурчика. Так, помидоры. Помидоры у нас по 118 рублей. 588 грамм на 69 рублей. Знаете, вот в этот раз прям помидоры пахли прям вот реально помидорами. Так, апельсины. Тоже взяли тут три штучки. Апельсины у нас по 66 рублей. 788 грамм. 52 рубля. Такие вот три апельсина. Также Леша мне выбирал яблоки какие-то взял. Айдаред по 93 рубля. Здесь 962 грамма на 89 рублей. Такие вот красно-желтенькие яблочки. Взяли мандарины. Мандарин у нас по 110 рублей. 642 грамма на 70 рублей. Такие вот хорошенькие мандаринчики. Также взяла лук. Лук закончился. Лук у нас по 14 рублей. Здесь на 13 рублей. И также морковка. Так, морковка у нас не мытая. По 13 рублей. Здесь на 10 рублей вот морковочка. Так, ну вроде все я вам показала. Вот такие вот были у меня покупки. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым знакомствам, новым подписчикам. И, конечно же, всем-всем поцелуйчики моим подписчикам. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что пишете комментарии мне. Мне очень это приятно. Всем пока-пока.